В Якутске молодежь избила участник незаконной облавы на призывников. Им за это ничего не было. Молодые люди в Якутске побили силовиков и военкома, пытавшихся устроить облаву на призывников в одном из ресторанов города. По информации якутского политика Виталия Обедина, в заведение ворвались люди в форме и не местный военком, предположительно из Хабаровска. Они попытались раздать повестки отдыхающей молодежи. Началась потасовка, якутские молодые люди, мягко говоря, помяли организаторов облавы. Обедин отметил, что уголовное дело на избивших военкома вряд ли заведут. Такие облавы незаконны, а значит, полицейский военком не были при исполнении. Но, по словам политика, местные власти начали прессовать ресторан проверками. Если хозяина заведения будут преследовать, он готов опубликовать запись драки. В комментариях Обедину пишут, что это далеко не первый такой случай, а я надеюсь, что и не последний. Хотя бы в Якутске ребята поняли, что правосудие находится исключительно в их руках, и никто, кроме них, это правосудие не сможет совершать. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.